DotaRating.ru – топовый магазин аккаунтов Dota 2 с высоким MMR. Не можешь подняться со своего MMR? Тогда заходи на DotaRating.ru. Там огромный выбор аккаунтов по доступным ценам. Вы получите аккаунт сразу после оплаты. DotaRating.ru – реальные гарантии на аккаунты Dota 2. Ссылка в описании. Здорово. Чё с лапкой? Всем привет! Здорово! Шейкер саппорт. Еще и, типа, у нас самый большой. Прикольно, бля. Сейчас микрофон. Вроде получилось! Хуяси! Хуяси, я батя на папиче! Да. Хуесос бездарный. Булка с маслом. Хуяси. Здоров, батяня. Куработнички. Есть один вопрос и хорошая новость. Вопрос в стиме появилась, поэвота ты оттуда ее качал. Нет. С другого сайта. И да, приятная новость, что завезли мне новое сабжи. Поэтому, может, чуть пофижу тебя. И какие... Завезли сабжи! Не знаю, какие планы, но как минимум одна игра в доту, как минимум. Если я не потеряю мораль, то может быть вторая. Но это если я не потеряю мораль. Сам понимаешь. Я так понимаю, это скорее всего коцы или нет? Булка с маслом — это донат на 2000 рублей. Короче, я не могу чекнуть ник. Я играю. Альтабаться нельзя, альтаб — это минус крип. Минус крип — это минус мораль. Минус мораль — это минус жизнь. Это было вкусно. Найс, уебище под вортом стало. Не так себе фарм. Я умер. Нет. Let's go, maybe Luna. Well played. Oh, he's got a tank as well. Наконец-то польза. I'll just stampede up when she's a bit closer. You need lift. Можно, в принципе, на топ сходить. Oh, how do I miss? So. Уёбища! Сделай что-нибудь. Дай её вторым скиллом, бля, какой же дебил. Да, еще одни фазы нажать, иначе не убью. Лол, а это как возможно? Как-то он сделал? Как-то он сделал? Как он так сыграл? Ничего не понял. Как-то он так прошел быстро? Я сейчас под фазами ебаными. Я не особо отстаю, но я отстаю. Как для 2-0, как для фрипарма. Ты можешь его поднять, подойти? Рубик, сделай что-нибудь! Сделай что-нибудь!
Не убили ОД? Как? Ему помочь не пишу. Как они убили ОД? У него же было 0 хп. Это пиздец. Он думает, что я могу помочь, когда у меня 45 урона. But we have no damage. А, это ГГ. У меня не было ТП. Ничего не мог сделать, у меня было КД anyway. Команда хуесосов. Я сразу говорю, что там типа, ну, мы почти проебали. Это из-за кильта я его не убил, это чисто из-за кильта. Ноль вины. Типа, ну, это была только что ошибка из-за тильта. Это виноват Шейкер в первую очередь. Я не могу контролировать себя, я не могу двигаться нормально. Я слишком в тильте. У меня команда пидоров. Несложно играть. Шейкер ФК. Тебе мама в тильте родила. Ну, Шейкер был ФК, когда я подошел. В итоге, что получается? Вот какая хуйня получается. Опять Шейкер АФК, ну это ну. Он просто не станет и ничего не сделать, у Нейги, если не могу никого убить. Ну, блять, команда хуесосов не выиграла эту игру. Я в принципе играл идеально, но я в тильте. Как бы для своего положения у меня точно идеальная игра для тильта. Плюс команда хуесосов. Я ничего не могу сделать. Они просто все хуй сосут и руинят. А Луна без тильта, плюс у Луны команда хорошая. Ну, anyway, лучше Луны, у меня только одна смерть. Не только, ну, у нее одна смерть, у меня ноль. Найса! Микрошансы. Так бы сразу играть, но нет. Да, он и твари, ебаные мрази. Сложно так сразу играть было. Куда курица переконтраливается, блядь? Нам нельзя пока драться. Мне надо БКБ оторнал. Иначе нас могут развалить. Большая доля вероятности. Как сделать иллюзию? Я не могу понять. Как сделать иллюзию? Как сделать иллюзию? Суки! Конченые мрази! Как сделать иллюзию? Почему от меня вся команда убегает? Да, папаня, тебе надо срочно в больницу, у меня оказывается СПИД. Прости, забыл тебя об этом предупредить. Ты только не расстраивайся, они всего лишь проверят твою жопу и возьмут анализ крови из лобка. Надеюсь, после этого инцидента мы будем дальше общаться. Завтра на турничке, не забывай. Не забывай, что у тебя мать конченая шлюха. Отлично, мы можем скушать. Мать шлюха. Your mother is whore. Yo, boys, everyone is fucking dead. The enemy's top barracks has fallen. Waters rising. The enemy's top barracks has fallen. Don't die, dude. Oh, Lord. They're going back. Dire structures are fortified. Dangerous water. I'm gonna stop. The enemy's middle tower has
Его не коцает? Странно. Почему не коцает? Подождите. Я умер. Ничего не сделать. У меня минус морали, не могу полноценно играть с минус моралью. Как полноценно играть, когда команда дети шлюх? Я не могу полноценно играть, не получается. Я, типа, ну... Я сделал все, что мог в этой игре. Я сделал максимум. БКБ не долетело. Это пизда. Это худшее вообще, что может быть в жизни. Я БКБ просто не долетел. Я не могу получить БКБ, я не знаю, как его получить. Слишком сложная задача для меня. Я старался изо всех сил получить БКБ, это просто не получается. Промах. А, плохо. Сдохни, тварь, сдохни, тварь, сдохни, тварь, сдохни, мразь. Сдохни, мразь, сдохни, мразь, сдохни, мразь. Нет, ББК, СНГ, да! Нет, ББК, СНГ, да! НЯ-НЯ-НЯ-НЯ-НЯ-НЯ! Еле вытащил эту игру. Ба, как меня руинили? Шейкер, это пиздец. Я вообще пиздец. Я так тильтовать начал. Я, наверное, next игру не буду. Я в тильте. Я чувствую, я в тильте. Ебаный шок-контент!